Друзья, рад вас приветствовать на своем канале, с вами Тарган 177. Сегодня у нас на обзоре будет Азов 7330. Достаточно интересный мод, я бы даже сказал, многим полюбившийся. Ну, лично нашей компании точно полюбился. Мы проходим карты и очень часто этот автомобиль используем. Автором данного мода у нас является Silent Laconic. Могу даже зачитать описание, мало ли вдруг кому-то интересно. Может потребоваться доработка всей конструкции. Ну, насчет доработки конструкции, связанной с тяжелыми грузами, может быть, вряд ли. Вот, но автомобиль в данном исполнении, возможно, и требует какой-то определенной доработки по той простой причине, что, ну, кран, так скажем, мягко говоря, не очень хорош собой. Звук у нас дефолтного автомобиля, сразу загораются маячки. Кстати, в грядущем обновлении, насколько я вот услышал, что по умолчанию маячки загораться не будут, что, в принципе, очень приятно. И, значит, по крану. Давайте, ну, так скажем, выявим косяки по моду, да. Косяк основной – это кран, я так считаю. Значит, выдвинуть опоры. И вот он самый первый косяк, который бросается в глаза. Опоры закончились, да, то есть здесь у нас просвет имеется такой, да. В принципе, я понимаю, в принципе, что да, как бы... То есть кран установлен слишком высоко, то есть его надо как-то опускать, но при всем при этом, если его опускать, то, безусловно, он наедет на бак, на раму и так далее, тому подобное. Вполне возможно, что он, как бы, в принципе, этот кран не особо рассчитан для данного мода. Вот, как по мне, да. По работоспособности, значит, активируем с вами стрелу. У меня вот тут есть уже подопытный, которого я уронил буквально перед обзором. На что у нас этот кран способен? Давайте посмотрим. Не знаю, насколько хорошо вообще этот кран на данный момент, ребят, настроен. Как говорится, будем тестировать то, что мы с вами видим, да? Камера у нас акцентрируется на что? А на что она больше акцентрируется? Не пойму, не то на газон. Да, больше на газон, по-моему, нежели... Вот я сейчас переключил камеру. Что-то как-то вообще не айс. Давайте включим свободную. Со свободной камеры, возможно, будет как-то оно пободрее, что ли. Поинтереснее смотреть на все происходящее. Давайте проверим максимальный вылет стрелы. А, ну вот, мы, в принципе, уже достигли максимального вылета, я так предполагаю, да? Да, это максимальный вылет, и, в принципе, казалось бы, газон не очень тяжелый, да, и вот стоит немножечко только вперед загнуть стрелу, и уже мощности крана не хватает, чтобы этот газон держать. То есть, вот видите, вот я сейчас вперед нажимаю, и он начинает заваливаться, да, то есть вот автомобиль стоит на месте, а кран начинает опускаться. То есть вот груз газона давит очень сильно. Давит очень сильно кран вниз. Упадем ли мы сейчас на крышу или нет, скорее всего. Простите, извините, это как-то так получилось. Ну-ка, давайте мы попробуем немножечко. Так, я сейчас вообще-то жму вниз. Какого фига у меня... А, во, во, приземлился он на крышу. Да ёшкин матрёшкин. Очень быстро складывается, я хочу сказать. Реально очень быстро. Прям чпок, и все готово. Опускается стрела достаточно медленно. Не знаю, почему чей-то она так медленно опускается. Вроде бы ничего ему не мешает делать это гораздо быстрее, но стрела на самом деле опускается очень медленно. Ну и еще под недостатком это текстуры, да, то есть вот здесь вот, вот такой достаточно все даже такой какой-то мыльный. Хотелось бы, конечно, видеть что-то более четкое. Безусловно. По салону. Анимация руля, ребят, присутствует, как ни странно, да? Само собой разумеется, салон у нас взят от стандартного, я так предполагаю, Азова, судя по всему. Здесь я повесил всякую херню. Наклейки я никакие не клеил, честно говоря, я не любитель всяких этих наклеек, только на борт могу себе что-то позволить приклеить. Ну, в целом, как говорится, все нормально, да, безусловно. Стрелки у нас все возможные работают, можем заглушить автомобиль, увидеть анимацию стрелок. Заглушили, завели.
Так, ну и давайте проверим то, как работает вообще светотехника, да? Давайте мы сейчас с вами попробуем промотать время. Вот у нас наступила ночь. Да, кто помнит, как вот фары включаются, да, вот они фары включились. Здесь смотрим, который у нас сейчас 13.07 показывает. Давайте пропустим время и сделаем нули. Вот, и то, как это будет выглядеть. Ну, светит, как бы, в принципе, все достаточно очень неплохо. Сзади габариты я никакие, ребят, не наблюдаю. Прям, честно говоря, это на самом деле как-то все очень плохо. Без габаритов, темновато уж совсем как-то сзади. Вперед светит в целом неплохо, да, то есть видно, в принципе, да, то, куда вообще ехать надо, потому что без включенного света прям вообще темень кромешная, ребят. У меня еще немножечко подкрученная графика, то есть добавлена четкость, за счет чего ночи более темные становятся, зато день более яркий, более четкий. Вот, то есть я как-то вот так любитель играть, да, то есть, ну, вроде бы как бы все светит, да, впереди, да, ну, впереди это, конечно, хорошо. Но хотелось бы все-таки видеть еще и сзади. Ну, сзади почему-то мы, к сожалению, ничего с вами не наблюдаем. И смотрим, что дальше. А дальше давайте, наверное, все-таки мы с вами перейдем уже наконец-то в гараж. И, собственно говоря, посмотрим, где же этот грузовик покупается. Что он у нас стоит. И на какие аддоны вообще можно на него поставить. Идем с вами на карту. Гараж для грузовиков. Заходим. Ой, нет, нет, не стоянка, сорямба. Магазин грузовиков, вездеходы. И здесь мы с вами листаем. Вот он наш КАМАЗ. Стоимость составляет всего 23 200. Да, то есть я любитель посравнивать. Да, то есть, ну, допустим, дефолтный, тот же самый Азов, четырехосный, стоит 93 800. Да, то есть, как бы, пятиосник, конечно же, безусловно, стоит гораздо дешевле. Давайте мы его с вами купим, сразу же выведем отсюда. Смотрим то, какой он, что он вообще из себя представляет в дефолтном исполнении. Такой достаточно простенький на расцветочку, да, то есть оранжевый с желтым. Все пять осей, они, естественно, у нас присутствуют изначально. Заходим в раздел тюнинг. Огромный ассортимент двигателей, ребят, ну, самый минимальный, это, наверное, 260 кобыл, самый максимальный 420. Да, то есть можно поставить самый крутой. По коробкам передач, ребят, оптимальная. Ну, честно говоря, оптимальную я никогда не использовал, признаюсь честно, не экспериментировал. Скоростная. Просто, блин, ребят, супер-мега-быстрая коробка, с которой нужно приловчиться вообще, в принципе, при прохождении карты, потому что, чтобы доехать из пункта А в пункт Б и автомобиль не ушатать на этой самой скоростной коробке, это, вы знаете ли, очень много нужно приложить при этом усилий. Подвеска убивается просто в момент. То есть малейшие камни на большой скорости, они дают огромное количество дамага. Давайте мы с вами поставим скоростную подвеску. И чуть попозже, когда выйдем из гаража, я вам, в принципе, это продемонстрирую. Есть еще также подвеска вездеход. Отличается от скоростной тем, то что добавляются передачи такие, как пониженная плюс и пониженная минус. На скоростной этих передач нет. Подвеска серийная, то что мы с вами видим. Подвеска есть специальная для крана, она приподнятая, она более жесткая, я так предполагаю, потому что если поставить просто высокую и поставить кран, то автомобиль будет очень сильно крениться, то есть эта подвеска была сделана специально под кран. То есть если вы хотите поставить кран на этот автомобиль, используйте специальную подвеску. Мы сейчас с вами прибегнем к обычной высокой подвеске. Большой ассортимент шин, два вида шин своих. В принципе, визуально они не сильно отличаются, ребят. Одни Кама ОИ-25, вторые Кама ОИ-25. Как бы это сурово не звучало бы, но так оно и есть. Отличаются они диаметром, да, то есть у нас даже есть, смотрите, ребят, Кама ОИ-25 50 радиуса с такими вот шипами агрессивными, тоже проверено, катается по льду офигенно, держит автомобиль, дорогу офигенно. Те же самые есть в 47-м, да, то есть исполнение. Ну, естественно, я больше чем уверен, что 99,9% будут использовать именно 50-й радиус. Смотрятся они более брутально, да, так скажем. Вот, ну и те же самые колеса, только без шипов. По сути, да, как бы особо изменений так таковых я никаких здесь не увидел.
То есть и мы их с вами и поставим. Лебедка присутствует. 4 вида. Серийная средняя, удлиненная средняя, улучшенная средняя, мощная средняя. Вот эти вот средние значения какие-то, вот тоже вот как-то мне не очень ясно понятно. Вот, вот зачем надо было вот это вот среднее, удлиненное среднее, мощное среднее. И какая из них лучше, знаете, вот порой даже начинаешь задумываться. А что лучше, улучшенное среднее или мощное среднее? Улучшенное она относительно чего? Серийный или относительно мощный? Короче, бред сивой кобылы. Ну, я больше чаще всего склоняюсь к ценнику. Чем дороже, тем лучше. Запасное колесо устанавливается дефолтное за кабину. Хотя почему дефолтное, если всего-навсего два комплекта шин? По сути, с одинаковым рисунком. Почему бы не сделать здесь запаску свою? Шноркель. Три вида шноркелей. Один у нас, который сразу вот стоит. Это у нас серийный вот такой, да? Забрало такое, скажем, банальное. Потом с насадкой 3200 стоит. И с конической насадкой еще есть 2200 стоит. Ну, как иномарочная такая байда. Ну, мне вот такой нравится. Модули кузова. Присутствует вот этот кран, который мы с вами, ребят, уже с вами рассмотрели. Присутствует, ребят, также еще бортовая платформа с возможностью погрузки на 4 ячейки. То есть это достаточно очень круто. То есть, допустим, две металлические балки войдут сюда вообще без каких-либо проблем. Либо как крупногабаритный груз, это в виде большого контейнера, да. Либо две пачки плит. То есть, ну, короче, 4 ячейки дает нам данная платформа. Присутствует еще вот такая вот бортовая платформа. Если ее установить, мы также сможем с вами поставить погрузочный кран. Дефолтный, синий, отечественный, так скажем, да. Ну, можно было сюда и желтенький прописать. Знаете, у меня порой создается такое впечатление, что желтый стандартный кран, он все-таки как-то немного помощнее. Вот как вы считаете, ребят, можете написать в комментариях. В принципе, я использовал и желтые, и синие краны в игре. Если они без каких-либо там рипов и доп. Настроек идут, да, то есть, ну, грубо говоря, вот дефолтный, просто дефолтный кран, то мне кажется, желтый он все-таки помощнее. Он и выглядит даже посолиднее как-то, да, нежели синий. Синенький, он такой хлюпенький, малеха выглядит. Вот. Можно, то есть, в таком исполнении. Можно поставить, ребят, эвакуатор. Да, то есть можем поставить эвакуатор. Платформа эвакуатора, она тоже работоспособна, она у нас съезжает с рамы, можете поставить автомобиль на раму и, собственно говоря, загрузить. Ну вот, трехосный грузовик, ну правда с удлиненной рамой, такой как Урал 43-20-80М, у меня загнать не получилось, потому что, наверное, рама удлиненная. Мы можем, кстати, поставить сейчас именно эвакуатор, выйдя из гаража, закатить именно какой-нибудь более простой грузовичок, более маленький, но тоже трехосный. Так, оставим мы с вами, значит, да, его. Вот, и давайте смотрим дальше. Значит, передняя сторона, установится изогнутый козырек. Ну, такое себе. Задние крылья, поставим задние крылья, мне они нравятся. Передние бампера, ребят, у нас есть вот такие вот простенькие дуги за 800 баксов. Укрепленный бампер, такое себе. Навесной, тоже так себе. И толстенная труба. Вот мне вот это нравится. Не знаю, как вам, какой больше нравится. Можете все писать в комментариях, ребята. Я буду рад только почитать, что вам больше всего нравится. Если тем более вы его катали, в каком исполнении вы катаете этот автомобиль. Вот. Или же в моей группе есть раздел скриншоты по игре SnowRunner. Пожалуйста, можете скрины кидать туда. Раздел разное. Кондиционер для кабины. Кстати говоря, вот этот кондиционер, он устанавливается вместе с краном, то есть блок не прописан на кран. То есть кран лежит чуть ли не в аккурат, ну, стрела крана лежит чуть ли не в аккурат на кабине, и кондер уходит в стрелу. Некрасиво. Да и вообще, в принципе, я кондиционеры не люблю на машинах, они здесь смотрятся как на коробе седло, ей-богу. Малые стояночные огни. Да, можно поставить, в принципе, смотрится неплохо. Вот такая вот приблуда иномарочная а-ля хром. Можно поставить. Парный клаксон не буду я ставить. Выхлопные трубы. У нас здесь 4 вида. То есть стандартная выхлопная труба. Обычная, стандартная, простая выхлопная труба. За 900 из баксов конической насадкой. Потом он есть вот за 1200 вот с такой. Хотя от этой, по-моему, не шибко отличается, да? Зато это 1200. По мне вот дефолтная, она, которая халявная, это симпатичнее.
чем за 1200. Ну или вот такая, да, то есть в принципе да, тоже достаточно симпотно, можно ее поставить. Диски. Одни единственные неповторимые, выбирать не из чего. Огромная палитра цветов. Присутствуют цвета, как, собственно говоря, однотонные. Также еще присутствуют цвета, ребят, комбинированные. В принципе, можете найти для себя любимый цвет, какой вам больше всего понравится. Я не знаю, какой я себе покрашу. Наверное, в очередной раз какой-нибудь такой синеватый. Значит, из декора присутствуют у нас всевозможные фигурки, которые у меня до сих пор заблокированы. Я их все никак не разблокирую. Я не проходил испытания. Присутствует такса, присутствует Гавайи. Матрёны это. Аксессуары. Стандартные аксессуары. Ничего нового, ничего своего здесь, ребят, у нас нет. Ну, пускай вот это скелетик. Наклейки. Наклейки у нас вешаются, ребят, как в салоне. Да, то есть мы можем увидеть стандартный ассортимент наклеек. И также можно стандартный ассортимент наклеек увидеть и на кабину, снаружи кабины автомобиля. То, что хотите, то и наклеивайте. Но здесь, как говорится, уже на вкус и цвет. В принципе, ребят, все, да, то есть мы можем теперь с вами покинуть гараж и, собственно говоря, посмотреть, насколько этот автомобиль будет хорош. А, именно по въезде, в поездке вообще куда-либо или с чем-либо. А, ну, первым делом я хотел бы использовать эвакуатор. Это он, QEAS. Ну, такой он, рисковатый, и при всем при этом отсутствует вообще какой-либо звук. Что-то вообще никакого звука нету. Текстурка вот здесь вот что-то прям какое-то все рыже-ржавое, как Венера, как будто какая-то, я не знаю, планета Венера или Марс. Вот, что-то прям совсем все ржавое. В принципе, автомобиль не ржавый никакой ни разу. А вот здесь прям как ржавчина какая-то. Текстура как будто вообще не отсюда. Ой, ну не знаю. Так, ну и давайте, наверное, выберем с вами какой-нибудь автомобиль. Ну, рама у него тоже. Я не могу сказать, что рама прям короткая, пипец какая. Вот, ну попробуем. Или же у нас эта машина вообще не рассчитана для того, чтобы... Ну, смотрите, кстати, Фордец-то у нас залез. Так, пересаживаемся обратно в КамАЗ. А, если у нас упаковать машину уже там можно, да, то есть будучи неподнятый автомобиль уже упаковывается на платформе, использовать. И пытаемся ее поднять. Ну, смотрите, в принципе, с Фордиком он очень даже неплохо справляется, я хочу вам сказать. Так, вот мы поставили с вами на раму, и теперь подтягиваем к кабине, да, эвакуатор. Ну, подвеска, ребята, хочу сказать вам, что напряглась. Так, причем, знаете ли, нехило она напряглась, подвеска. Такие колеса какие-то поспущенные стали, да, прикольно. Так, закрываем мы с вами функции. Ну, давайте прокатимся, что ли, немножечко, да, посмотрим, каково оно поедется-то. Потому что что-то мне кажется... Ему будет немножко тяжковато. Слушайте, я, конечно, кран поставил не самым лучшим образом, по-моему. И давайте включим повышенную передачу. Я вам продемонстрирую то, насколько прыток этот автомобиль. Блин, ну он просто супер, по-моему, прыткий. Да? Вот, честно говоря, по-моему, перебор. Реально перебор, но... О, у нас задние оси нашего груза отрываются от земли. Так, болотинка такая небольшая, шина не особо глубокая. Проехалась она, в принципе, на ура. Здесь у нас так... Уау! Кстати, дамаг не прилетает. Неужели Серега что-то сделал? Он обещался, что сделает, прочности добавит. Неужели он и переборщил? А, нет, не переборщил. Вот дамаг прилетел. Вот еще дамаг прилетел. О, еще дамаг прилетел. Ну и, собственно говоря, ребят, пол подвески у нас практически снесло. Ну, треть подвески мы снесли, да? Вот, ну не знаю. Ну, вообще, я вот что хочу сказать, что пока я проходил карты, да, вот с ребятами мы проходили карты,
Вот удар я слышу, а так такового урона не приходит. Он то приходит, то не приходит. Не очень ясно, понятно. Вот такая вот она, скоростная подвеска. Вот такая вот она. Вот такой вот он, лесной олень-то. Ух ты, как кренит. Опасно, опасно, я хочу сказать. Японский ты городовой. Ну просто с нихера, ребят. Ну, блин, ну давайте я вам даже покажу, что здесь ничего. Там, где мы сейчас с вами проехали, здесь ничего нет. Да, то есть реально оно вот, ну, блин, ну реально ничего нет. Вот посмотрите сами, вот наша колея, то, где мы проехали, вот камень слева, камень справа. Мы этих камней не касались даже, и при всем при этом нам прилетело огромное количество урона, за счет чего у нас убилась просто в хлам подвеска. Нет подвески, нет проблем, как говорится. Теперь можно летать и ни за что вообще не думать ни разу. Слушайте, куда я вообще уехал, я, честно говоря, не очень знаю, я... На психополигоне особо ничего не пока что не это. Вау! Блин, пипец! Жестко, очень жестко. Половина бензобака у нас тоже уже снесло. Тоже снесло, да? И хочу проверить погрузку этого автомобиля. Сможет ли он загрузиться и когда у нас эвакуатор установлен. Управление. Да, грузится, ребят, вообще без проблем. Вообще без проблем грузится. То есть, как хотите, что хотите, то и грузите, собственно говоря. Раз, два, три. Три ячейки погрузки. Да, у нас с эвакуатором получается. Ну, в принципе, неплохо, чего, если учесть, что он способен перевозить и грузы. Да, поди хреново. Вот. А максимальную скорость на скоростной подвеске я очень хотел еще посмотреть. Для этого нам потребуется как минимум, ребят, знаете что? Как минимум создать, наверное, новую машину. И давайте посмотрим, насколько быстро у нас эта машина поедет. Честно говоря, я прям боюсь даже смотреть на спидометр. Так, ну пока что у нас, в принципе, все достаточно очень терпимо. Сороковничек, ребят, уже. Так. Там, где сороковничек, там и полтинничек. Угу. Разгоняемся, 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 разгоняемся. Все. Предела разгона, по-моему, не существует. Уже у нас 65 км в час автомобиль едет. Но, мне кажется, полосы не хватит для того, чтобы с максималку. Вот 70 уже. Ну, 70 предел, короче. 70 там и... 71. Очень жаль, что сейчас нет здесь в конце разгонной полосы 73.10. Очень я был бы сейчас не против столкнуться с каким-нибудь там 73.10, да? Было бы прикольно, наверное. И давайте чем-нибудь загрузимся. Чем-нибудь таким четырехочковым, да? Давайте вот на эту локацию проедем. Тут еще есть грузы. Дополнительные, так скажем, да, то есть вот есть вот такой вот груз, вагончик, вот такие три вида, а вот еще контейнер здоровый есть, вот крупное, это буровое оборудование пишут, специальный груз, крупногабаритный груз, буровое оборудование, в принципе, ничем не отличается от крупногабаритного груза, а буровая установка занимает у нас 5 ячеек, поэтому он не грузится. Давайте вот таких два этих загрузим, ну и, собственно говоря, давайте попробуем прокатиться, доедем с вами до грязи. Так, ну что, с чего начнем? С лайтовой дорожки, да? Ну, в принципе, я считаю, что лайтовая дорожка, наверное, не совсем для этого автомобиля. Вот. Сразу врубаю повышенную передачу. И смотрим, как он едет по лайтовой грязи на повышенной передаче. Блокировка дифференциала постоянная, полный привод постоянный, ничего лишний раз жамкать не надо. Плюс ко всему, за счет того, то, что это все дело, ребят, у нас постоянное, присутствует такая своеобразная экономия топлива, да? И вы можете сами наблюдать, что, в принципе, расход свыше 15 литров не поднимается, а емкость топливного бака составляет аж 500 литров. То есть, можете представить, то, насколько долго вам будет хватать этого бака.
Ну вот, правда, вот сейчас, да, под двадцаточку поднялось. Ребят, сейчас мы едем с вами по хардкорной грязи на повышенной передаче. Ну, блин, что я хочу сказать? Я хочу сказать лишь только одно, что этот автомобиль назвать по проходимости приближенный к дефолту, ну, я ни разу не могу. Это имба. Это, безусловно, имба, и, честно говоря, я рад этому автомобилю, потому что я повторюсь даже, что мы с ребятами проходим карты, да уже, в принципе, прошли. Вот, и заслуга пройденных карт, по большему счету, вот именно этого автомобиля. Да, мы там использовали различные моды, вот, и приватные Уралы мы использовали, да, там и Полярник был у нас. Вот, но этот КамАЗ не был мимо пройден. По-любому не был мимо пройден. Огромное количество заказов было выполнено именно на нем. Кто-то будет сейчас говорить, что это у нас разбалансивает игру, да, то есть сравнительно с дефолтом. Да, разбаланс присутствует, когда присутствуют такие моды в игре. Ну, во-первых, у каждого есть право выбора. Кто хочет на чем ездить, тот и ездит. Это раз. Во-вторых, я уже игру прохожу в четвертый раз, и проходить ее с нудительным дефолтом или на модах, приближенный максимально к дефолту, честно говоря, вот как-то вот ни разу не хочется. Поэтому для меня вот этот автомобиль был самым оптимальным выбором. Очень так вот, знаете ли, даже подгадалось, что Silent его выпустил, а я как раз проходил эти самые дефолтные карты. И в аккурат к обновлению я эти самые карты прошел. Ну, там остались какие-то всякие состязания на время. Ну вот, основное все дело прошел с ребятами, огромное им спасибо за помощь. По моду, кран, ну, как по мне, либо его просто вот надо вложить в него огромные усилия, чтобы он работал полноценно, выглядел полноценно в аккурат под игру SnowRunner, а не под Spin Tires, потому что мыло текстур, оно просто, оно здесь вообще, ну, никак и никоим образом присутствовать не должно, я считаю, ну, блин, это уже не тот уровень, так скажем, да. Ну вот, в целом, машинка классная, как говорится, найдет своего потребителя. Взирая сейчас вот своими глазами на сайт Мото.io, 87 лайков, 9 дизлайков, поддержите автора лайком, хотя бы на основании того, то что он старался, он делал, и, собственно говоря, хотел, чтобы его мод кому-то понравился. Все, ребят, огромное всем спасибо за просмотр. Подписываемся на мой канал и ставим лайки. Не забываем писать комментарии под видео. Мне очень интересно ваше мнение. Всем спасибо, всем пока.